Всем привет! Сегодня у нас 15 июля 2019 год. Хочу показать вашему вниманию новый сорт моей коллекции Абрикос Инжа 19. Вот начал спеть, начал уже по чуть-чуть, я смотрю, сыпаться. Вот такие вот плоды. Сорт привит на подвой Пумиселект, так что плоды не очень крупные. То есть, ну и плюс, блин, загрузилась довольно-таки сильно. Это первое плодоношение. Абрикос держится. Вот он спелый полностью держится. Сейчас уже слабо на дереве. Вот так он. Я приехал, начал падать. Вот такой вот имеет вид руки. Это крупный сорт. Крупноплодный сорт. Его нужно нормировать. Плюс сажать на сильнорослые подвои, чтобы был заявленный плод до 150-160 грамм. То есть на Пумиселект, если будет расти у вас, то плоды, конечно, такого размера не будут, вот как у меня. У меня все абрикосы на Пумиселекте, и, блин, я об этом очень жалею. Никому не советую. Подвой этот сильно мелкие плоды. Вот такой. Абрикос Инжа 19. Некоторые плоды еще зеленые, то есть растянутые, я так понял. У него созревание. Вот зеленые еще висят. И размеры набрали. Некоторые вот мягенькие. Деревцо небольшое. Дереву. Вот это третий год. И около земли вот так лежат. Тут некоторые начали даже падать, сыпаться. Сейчас положим на веса. Посмотрим, какой у него вес. Какой вкус. Так, сейчас положим на веса, посмотрим, какой вес. Ну, вес реально маленький, потому что подвой Пумиселект. То есть, чтобы вы понимали. 59 грамм. Если был бы на сильнорослом подвое, то был бы 100 грамм минимум. Вот 77. Был бы на сильнорослом, был бы 140 грамм. Вот, короче, вот такой вес у него на Пумиселекте. Я думаю, что больше вряд ли он будет. Хороший вес можно достичь только, если будут привитые сорта на сильнорослые подвои абрикоса. Тогда будет вес. Если, в принципе, не важно вес, то можете Пумиселект использовать как подвой. Но я бы не советовал. Ни прироста нету, ничего. Вот такой вес. Конечно, нежелательно важить абрикосы на Пумиселекте, потому что сразу у людей закрадывается такое: вот, а это мелкий абрикос. Хотя на самом деле этот абрикос очень крупный. Он приравнивается к персику, к среднестатистическому персику. Так, давайте сейчас разрежем, посмотрим косточку у него. По описанию вроде не отделяется. Сейчас посмотрим. Да, не отделяется. Вот такая сочная мякоть. Такая красивая. Сейчас посмотрим. Еще вроде как зеленоватый, но хотя мягкий. А ну-ка вот так его разрезать. Красивая мякоть очень у абрикоса этого. И пахнет так ароматно. Пахнет ароматно. Аппетит нагоняет, о, красота. Видно, что он спелый, сочный. Косточка не отделяется у этого сорта. Довольно-таки крупная. Сейчас разлупим, посмотрим. Ну-ка, вот если разлупить его руками, что получится. Да, остается косточка с мякотью. Вот так. Косточка довольно-таки средняя, наверное. Ну что, с соком у нас тут. Ой, блин, сока хватает, на весы накапал. Сок течет, сок хороший. Сейчас посмотрим по вкусу. Запах приятный, абрикосовый, ароматный. Такой чем-то мне запах напоминает абрикос ананасный. Мякоть ароматная, сладкая. Шкурка с легкой кислинкой.
еле ощутимое, такой приятно кислинкой. Сочный, вкусный. Шкурка при еде не ощущается. Отличный вкус у абрикоса. Тут единственное, надо его переделать на жердель, чтобы был вес, как заявляют, до 180 грамм. Потому что такой вес, как у меня не устраивает на полуселекте. Абсолютно не устраивает. Может быть, вот с таким бочком этот абрикос упал на землю уже с пилой. То есть у меня он растет, получается, в паутине. Косточка так, в паутине. Сейчас еще попробую. Вкусно очень. Ну, а на солнце будет вот такой загар у него, если он будет полностью на солнце расти. У меня тут он около речки растет, кстати. Растет на краю участка. Сейчас покажу. Растет на краю участка вот это дерево NGA-19. И потом идет вот там река. И оттуда это северо-запад. Вот эта сторона северо-западная. Оттуда зимой дуют такие ветра, что просто капец. Я когда его посадил сюда, ну, честно говоря, думал, что будут почки вымерзать зимой. Выдувать их будет. Хотя вот, видите, отлично. Оттуда ветер просто дует северный, холоднючий, холоднючий зимой. Тут зимой, если приезжаешь, вообще невозможно вставать, сдувает. Так что, как бы, показывают неплохую морозостойкость. То есть, при таких условиях. Там вот, если видно, сейчас покажу. Тут деревья, ну, они зимой без листья лысые. И там река у меня. О, ну тут видно. Ну, тут, наверное, видно будет. Там речка. И оттуда дует очень холодный зимой ветер. То есть, я так же самое вот покажу. Абрикос растет Харастар, но он еще зеленоватый. Вот такой красавчик. Я чуть позже обзор сделаю. Дня 3-4 ему еще доспеть. Вот такой вот он. Такой абрикос. То есть, тоже вот, с реки дует. То есть, показывает тоже отлично. Все свои показатели. Так. Короче, абрикос советую всем. Абрикос этот очень вкусный. Должен быть очень крупный. То есть, переделаем на жердель, посмотрим, какой будет у него вес. А потом, естественно, сниму видео, как он себя показывает на жердели. Так, всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо. Всем пока.